Пав, всем привет, друзья, дорогие подписчики, с вами Билджин. Я продолжаю выполнять ваши вызовы и челленджи. И сегодня у нас вызов от некого Егора Зинцова, который мне написал комментарий под видео. Выпей примерно 0,5, ну, да, 0,5, ну, половину, наверное, литровой бутылки масла, вот такого вот. Тут 1 литр, и... Мне надо выпить, я посчитал примерно вот до сюда, вот сюда. Надо выпить до сюда примерно половину. Я, конечно же, не знаю, смогу ли я эту всю выпить, но чтобы вам было видно, что я точно пью, и чтобы так потихонечку разливать, буду пить из такой вот стеклянной кружки, чтобы вам было видно, буду так пить или так-то так. И сразу же не буду медлить, а меньше слов, больше дела. Поехали. Вот я сейчас открываю ее. Запаха, конечно, никакого. Вот я беру и я чуть-чуть налью. Я не обещаю, конечно же, что я все выпью, но думаю, ну должен стопудово вот столько выпить. Я не знаю. Вот надо бы реально попробовать. Давай, Леся, 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 Леся. Да, чуть-чуть уже столько. Вон даже вижу отсюда камеру. Ну вот. Вот само масло такое вот растительное. Давайте вот выпьем так. В принципе, она на вкус как вода, только она так растительная. Или какое-то там, какое-то подсолнечное масло, 100% рафинированное масло. Давайте вот я сейчас всю сразу выпью. Это реально, знаете, какая бурда. Я сразу говорю, что точно не выпью. Я не выпью ее сразу, все. Но я постараюсь выпить хотя бы до сюда. Я даже кружку реально не смогу выпить. Ну, потому что я хоть и выполняю вызов принятый челлендж, но я не смогу точно вот это сделать наверняка. Особенно половину выпить, потому что это нереально прям. Реально, вот максимум буквально хотя бы одну рюмку в день выпить и даже хотя бы половину. Это вот реально, вот сразу всю половину, это нереально. Так что, прям давайте вот до сюда попытаемся хотя бы выпить. Так течет еще клево. Ну вот. Ну вот все. Вот столько пытаюсь выпить. Что-то чуть-чуть. Во! Ну все. Столько масла выпил, все, хватит. Потому что ведь нельзя это, такого масла вот выпивать, оно же на благие дела пойдут, да? Чтобы подмаслить жизнь. Ну вот, так, мне надо выпить теперь вот такую вот. Я не знаю, максимум буду делать один глоток. Такая дрянь! Ну это такая дрянь. Это просто это. Понимаете, это просто невыносимо. Даже как вам передать такие слова, потому что реально, хоть и меньше слов больше дел, но мне нужна буквально кстати, передышка, потому что. Не знаю, это просто невозможно. Ну, допустим, как вам объяснить? Когда ты пьешь, чувствуешь, что оно немного жирное и. Понятно, да. Такой раз пьешь, ладно, два пьешь, и вот сейчас я как бы сделал сразу, можно сказать, ну, 3 глотка за один раз. И напоследок оно идет вниз, и как будто блевануть его хочешь, знаете, такая реакция организма, вот, что не хочется на это масло подсолнечное принимать. Но я должен выпить хоть как. О, там, ну, там что-то купается. Какая-то бурда. Это масло, все такая скользкая, все такая, противно просто, я вам отвечаю. И сижу я опять на том старом месте, где я обычно буду снимать вызовы принятые, связанные с едой. Вот так. Ну чуть-чуть осталось еще примерно 2-3 глотка и все.
Не, я должен хоть как выполнить, блин, сейчас башка болит, а. Ой. Все, давайте, короче, сразу все, сейчас выпьем, все. Все. Смотрите. Фу. Я ничего толком не буду говорить, как вы можете сами все видеть, что даже половину-то выпить, это просто нереально, сразу тошнить будет, если даже я помню, что я выпил тогда за, ну, можно сказать, не сразу, а примерно, допустим, рюмку эту. Масло выпил, допустим, раз выпил, а потом прошло 5-10 минут и еще вторую, и после этого у меня так живот заболел, это реально просто невыносимое чувство, и я вот сейчас раз пил, два пил, и все, реакция организма сработала, и я то, что принял, ну, как бы, у меня обратно пошло, вот я, пожалуйста, ну, все, как бы я, можно сказать, выполнил. Выпил, не знаю, сколько примерно глотков масла. Сейчас давайте посчитаем. Раз, два, нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, примерно от 7 до 10 я примерно выпил. И, ну что ж, друзья, если вам понравилось это видео и вы хотите видеть больше, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям обо мне. Пишите ваше мнение, а также подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте, ссылки я оставлю в описании. И если есть какие-то мнения, пожелания и просьбы, пишите мне в комментариях под видео или в личном сообщении ВКонтакте, ссылки я оставлю в описании. И если есть какие-нибудь мнения, пожелания и просьбы, пишите мне в комментариях под видео или в личном сообщении. А, что я по второму кругу реально пошел, потому что реально все, не могу, мне фигово. Ну что ж, все, всем пока.